На страже благоустройства и комфорта. Трактор, автовышка, экскаватор. А еще газонокосилки, садовые опрыскиватели, пилы. Эта техника есть на вооружении коммунальных служб города. Она приобретена муниципалитетом в недавнее время. Сейчас на площадке представлена техника, которая была приобретена по программе, утвержденной Городским советом народных депутатов по предложению государственной администрации. Эта техника была приобретена для муниципальных нужд. Здесь представлены трактора просто для перевозки грузов. Здесь представлен грейфер, 4 малых трактора. Впрочем, эти машины уже прошли боевое крещение во время зимнего и весеннего снегопадов. Были задействованы в расчистке дорог, обрезке деревьев и уборке мусора. И даже сейчас не вся техника участвует в параде. Нельзя прерывать рабочий процесс. Как раз вовсю идут работы по благоустройству. Кроме специализированной техники, приобретены автомобили для перевозки пассажиров. Главой государственной администрации были выделены денежные средства в размере 370 тысяч рублей для приобретения автобусов, которые будут использоваться в городских перевозках, в том числе для обслуживания городских мероприятий и мероприятий, связанных с нашими учреждениями. Это культура, спорт, УНО и так далее. Автопарк предприятия «Коммуналдорсервис» насчитывает порядка 70 единиц. В канун зимы он пополнился 5 многофункциональными тракторами. Те, кто ими управляет, отмечают, на такой технике приятно работать. Кабины идут с кондиционированием и шумоподавлением. Чего-то не представлены трактора все белорусского завода МТЗ. И в данном случае представлен вот трактор с прицепом для перевозки листвы. И вот он с отвалом этой зимой, они уже убирали снег на тротуарах, эти трактора. Этот трактор вот тоже с отвалом для уборки снега, и в то же время сзади у него прицеплена косилка, которая косит газоны. Этот трактор тоже с отвалом для уборки снега, и сзади у него этот щетка, которой можно убирать и мелкий снег, и можно чистить дороги. Помощь «Спецзеленстрою» – 10 газонокосилок и бензопил. Автовышка «Мерседес» высотой 25 метров. Она позволит обрезать высокие тополя. Два новейших мотораспылителя скоро вступят в борьбу с амброзией. А чешский измельчитель пней сэкономит средства и время. Если мы обычно пни выкорчевывали экскаватором, то есть были ямы по 5 метров в диаметре, то вот этим измельчителем пней мы просто пни измельчаем вот этой фрезой. Вот посмотрите, вот эта фреза, она крутится, и по пню она вот измельчает этот пень, и мы углубляемся на глубину, допустим, 10-15 сантиметров. На это уходит где-то полчаса, от получаса до часа. Пень скрывается, уже потом убираются опилки, засыпается землей, и все, пня как и не было. Таких пней у нас по городу очень много, поэтому это очень хороший выход из ситуации. Мы сможем очень много пней по городу убрать. Ежедневно на службу по благоустройству и поддержанию порядка в городе выходят дворники, озеленители, косари и вальщики. Новая техника нужна для того, чтобы оптимизировать качество и скорость выполняемых работ. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.